выполнению поручений главы, которого ежегодно послание озвучил. Значит, ну, тем же КХ очень много, как вы знаете, но в послании прозвучало только две темы, наверное, самые острые, которые были на тот момент. Или, может быть, потому что по остальным направлениям мы движемся, есть какие-то подвижки, это переселение из аварийного жилищного фонда, это капитальный ремонт, про который я очень люблю говорить, а вы не спрашиваете почему-то. А вы заметили вообще, как ремонт в городе? Конечно, заметили. Ремонт первый, да? Да, все с крышами. Хорошо, хорошо, хорошо делаем, да? И сразу этот платежи у нас поднялись. Вот оказывается, не надо жителей уговаривать, а надо показывать примеры. Вот сейчас у меня городовикос бастует, вообще не платит. А я с ними не спорю. Зато вешалки 4 кровли сделаем, а они там рядышком друг на друга смотрят, обзавидуются и начнут платить. Так я надеюсь. А спорить, уговаривать, это как бы не получается. Но сегодня два вопроса, которые звучали в послании президента, это первый вопрос, главный, мы вот с вами обсуждали, это в связи с тем, что завершилось строительство Кибрусского группового водопровода с подключением к Привокзальскому месторождению. Значит, сейчас на этом объекте ведутся пусконаладочные работы по плану Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, это федеральная стройка. Ну, к концу этого года ожидается, что все работы будут завершены. Параллельно идет оформление прав собственности на этот объект. Ну, средства на это предусмотрены, занимается это наша федеральная структура. В рамках строительства этого Кибрусского группового водопровода республика постоянно поднимала вопрос о том, что в зоне этого группового водопровода находится 29 населенных пунктов, которые в настоящее время не имеют централизованных источников водоснабжения. Значит, эти населенные пункты, основная масса идет, находится на территории Кибрульского района, часть населенных пунктов это Приютинский район, большой водовод, строительство водовода на Приютинске, и вот эти пригородные сельские поселения, городской округ, города Элиста. Значит, по расчетам для того, чтобы построить водоводы к этим сельским населенным пунктам, необходимо порядка 690 миллионов рублей и необходимо построить 290 километров водопроводной сети. Значит, разводящие сети по населенным пунктам будут выполняться за счет программы Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия по программе повышения благосостояния сельских населенных пунктов. Вот случилась ситуация такая, что за счет средств Министерства сельского хозяйства можно выполнять только разводящие сети. И подводящие сети к населенным пунктам, это 290 километров, о которых я сказала, они у нас оказались без источника финансирования. Никакой федеральной программы, значит, на строительство водоводов к населенным пунктам в Российской Федерации нет. Выполнить эти объемы за счет республики, естественно, мы не можем, поскольку это очень огромная сумма средств для нашего бюджета. И поэтому нашли решение, проводили в этой части очень много совещаний, нашли решение, что эти объекты можно выполнить за счет федеральной адресной инвестиционной программы. Такая программа, такие программы есть у всех федеральных заказчиков. Федеральный заказчик определен Министерство строительства и ЖКХ Российской Федерации. И в эту программу попадают объекты, которые не включены ни в какие федеральные стройки. Поэтому это как бы специальная программа под те объекты, которые нет возможности построить за счет каких-то ФЦП, принятых Российской Федерации. Значит, темой этой занимается Министерство ЖКХ. Значит, на все объекты, которые необходимо построить, проектно-сметная документация в полном объеме готова, прошла экспертизу, сделаны все расчеты, которые требуются по 714 постановлению, под эту федеральную адресную инвестиционную программу есть отдельное постановление 714, где прописывается и предоставляются все расчеты. Значит, в настоящее время расчеты прошли экспертизу в Министерстве строительства и ЖКХ Российской Федерации, переданы в Министерство экономики. При Министерстве экономики есть рабочая группа, которая рассмотрела эти материалы. Значит, представленным материалом проблем нет.
Но решение о включении этих средств и строительства этих водопроводов принимается на правительственной комиссии Российской Федерации. Значит, учитывая ту ситуацию, которая сложилась у нас с санкциями, которые введены в республике, обычно в нормальные, стандартные годы эта правительственная комиссия заседает в июле месяце. В этом году такая комиссия заседать не будет, поскольку идет оптимизация расходов и федерального бюджета, и межбюджетных трансфертов, которые поступают субъекты. Поэтому, значит, поскольку этот вопрос, это поручение Путина, вы знаете, что в апреле 2012 года он был в республике, и мы эту тему подняли, значит, поскольку это поручение находится на контроле президента, то мы на сегодняшний момент получили письмо от аппарата президента, где нам рекомендовано, значит, подождать октября и в октябре вернуться к этой теме, к вопросу работы этих рабочих групп по включению бюджета. Поэтому мы надеемся на то, что в октябре месяце при уточнении федерального бюджета мы вернемся к этой теме и получим какое-то решение по этой теме. Причем, понимая ситуацию, которая сложилась с федеральным бюджетом, мы предлагаем разные варианты. Значит, часть населенных пунктов, где небольшие водоводы, мы предлагаем оставить на республике. Это республиканский бюджет может себе позволить такие расходы, где водопроводы там 2 километра, расходы 2-3-4 миллиона рублей. Ну, а такой водовод, как на приют, он, конечно же, за счет собственных средств сделать не сможем. Поэтому, если всю эту мою тираду привести, значит, к какому-то логическому концу, на сегодняшний момент вопрос финансирования остается открытым. Заседание правительственной рабочей группы перенесено на октябрь, и мы надеемся, что в октябре наши материалы будут просмотрены. Это первое. А водовод на Листу, простите, тоже? Значит, нет, Икибурский групповой водопровод с подключением к Левокумке, я вначале сказала, что он уже построен. Построен он до Листы, с учетом всех сооружений. В настоящее время ведутся пусконаладочные работы. Министерство сельского хозяйства выделили средства на пусконаладочные работы, и наша федеральная структура калмыцкая, как она называется у нас, ПГУ, Калмилиотхоз, ПГУ Калмилиотхоз ведут эти работы. Значит, параллельно идет оформление правоустанавливающих документов, земельные, оформление земли под этим водопроводом. И предположительно, по расчетам Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, это федеральная стройка, к концу года объект уже будет полностью готов. К концу года, а сроки конкретнее не можете сказать? Ну, акт ввода он уже подписан. 31 декабря 2014 года он уже введен в эксплуатацию. Но ведутся пусконаладочные работы. Причем, вот я почему говорю о правоустанавливающих документах, поскольку это федеральная стройка, сначала она оформляется в федеральную стройку, да, и там федеральный заказчик Министерства сельского хозяйства. И поскольку водопровод идет по двум субъектам, идет очень сложно у них оформление земли. Если по территории Калмыкии мы заинтересованы в этом водопроводе, мы помогаем, как бы, и отвод земельных участков, перевод из одной категории в другую категорию, то по Ставрополю тоже эта работа идет, но более медленно. Вот в республике он появится уже как объект, когда он будет оформлен в федеральную собственность, а потом Министерство сельского хозяйства Российской Федерации предполагает его передать в субъект для эксплуатации. А вот разводящие сети, которые в Листе будут от этого водопровода, это перейдет к концессионеру? Нет, нет, если мы говорим о концессии, которую мы сейчас конкурс объявили на концессию, сейчас идет речь о тех водопроводных сетях, которые находятся на данный момент, на момент объявления конкурса, находятся в реестре муниципальной собственности и в хозяйственном ведении водоканала. Поэтому, когда придет к нам Икибурский водопровод, и если закон это, наверное, так часто не меняется, то не исключено, что когда он придет уже в собственность субъекта Российской Федерации, станет вопрос, каким образом эксплуатировать этот водопровод. У меня на эту тему как бы есть два мнения. И главное, которое вот я его придерживаюсь, пока не все со мной согласны, я считаю, что логичнее было бы все-таки этот водопровод передать той структуре, которая будет заниматься водоснабжением города Листы.
Я вам объясню, это не для прессы, вот, вот такой публичной, да, потому что все-таки цена воды по этому водопроводу.